Ты че нахрен, а? Я что-то вот сейчас немножко не понял. А-а-а! Сука! Тебя я вспомнил. Я все вспомнил. Вот я умер, Сережа. Видел? Да, я кое-что вспомнил. Нет, не важно. Мне нравится. Я не понимаю, бежит он, идет он, хрен его знает. Они идут, они не бегут. Еще притормаживает. Что тут может тормозить, я не понимаю. Меньше негатива. Это типа позитива. Суперсложность. Его я провожу через взрывчатку. То есть ты не заметил, вот здесь взрывчатка. Да, я вижу ниточку там. Видишь? Ниточку. Он взорвется сейчас. Да. А тогда он прошел полностью. Он не прошел. Прошел. Он пробежал. Просто разогнался. А, да, он разогнал. Чисто по инерции уже шел. А так он уже был топом. Еще ни разу здесь не вижу. Речь не о том. Чем мне дали? Мне ничего не дали. Дали кучку вот этого говна и все. Очки. Очки дали тогда. Я умер. Все забрали. Все. Вот гады. Здесь нету ни сохранок, ничего. Я в жопе, короче. Походу сливаю. Тут знаешь, как можно умереть? Вот видел ящики, я открывал. Да. Открываешь этот ящик, там бомба. Взрываешься и все, игра закончилась. Суперсложность, типа. Ну, это типа дополнение такое. Дополнение, короче, понял. Да, только очень тупорылое. Может, сюжета нет, одни эти зомби, да, бегают? Ха-ха-ха. Ну, ребята, типа я дальше прошел. Ладно. Ну, вот это радует. Только я могу сейчас умереть. И толк. Ну, дали мне... Куча аптечка, я понял тогда, в чем прикол был. Ну тот комок. Видишь, он там комок под дверью. Тот комок. Я ножом его чикал, короче, и разбивал. Оказывается, я ножик другой брал. Сейчас у меня маленький ножик, и надо, чтобы 4 раза ударить, чтобы взять. Я слил уже. Все. Я не могу ножками ничего сделать. Я бы сейчас там стоял вот эту вот херню вот так вот коцал бы, он со спины пришел, как в прошлый раз. Все, я слил, почему? Мне не повезло. Я сейчас выйду, ящик открою, разобью, опять солью. Слил, почему? Не повезло. Здесь элементарно может не повезти, а не потому, что ты сделал ошибку. Ну да. Хотя ошибки можно избегать. Например, эти корпусы можно с пистолета. Взорвалось. Все, ты проиграл. А? Согласен. Ну, дальше. Знаешь, что это такое? Кто-то это. Ясно. Ты не поза, не знаешь, что это такое. Нет, я не знаю. Конечно. Ты же косоглазый, сидишь прямо перед экраном и не видишь. Да, я камероглазый. Я и говорю. Заметил. А там толстяк наверху. Толстяк? Да, он там блюет сверху. Кислотой блюет. Если этой кислотой попадет, то можно сдохнуть сразу. Факт того, что ты выживешь после удара или еще после чего-нибудь, очень мало на это шансов. Еще одно место даже пытаюсь просто пройти. Сейчас вот раз. И бомба. И я умру. Пойдем. Сейчас этого дебила через бомбу. Открываю ящики. Рентгеновские очки. Очки.
Оружие. Где оружие? Оружие где? Считается, повезло. Считается три звезды, это фиолетовый ящик. Типа там самый крутой. Это получается, да? Возможно, я выживу за счет вот этой штуковины. Круто. Как бы выжил. Но ее надо использовать тогда сразу. Стероиды. Она увеличит максимальное здоровье. Может, меня не сваншотит. Да, кстати, у меня рентгеновские очки. Че за хрень? Я понял. С другой стороны за стенкой. Там, где толстый сидит, сверху живет. Но там уже заблокировано. Видишь, это дверь заблокировали. Две птички. Что с этим всем делать? Интересно, а что можно соединить еще? Не, походу очки. Что сейчас делать? Блин. Гулять? Не гуляет. Чудо-юдо пришло. Все. Тупорылый это какое-то дополнение. Возможно, я не все знаю, скажем так. Наверняка здесь есть другой вариант. Ну, начало, конечно. Начало, конечно. Так, я не понял, ящиков нету вообще. Я могу сюда зайти? Там они эту, короче, поставили. Растяжку на вход. Чтобы разминировать растяжку, надо прострелить ее. Да. Или попробовать войти на одну половину, но это дебилизм. Взрывчаткой я качаюсь. Дали аптечку. Оружие, блин. Теперь я пройду то огнемет. Место. Теперь я пройду то место. Я не понимаю, бегу я, не бегу я. Понять. Бежишь, бежишь. Ну, конечно, лечу прямо. Притормаживает. Да, я не понимаю, из-за чего. Из-за компьютера, может? Из-за интернета? Конечно, из-за интернета. Самое верное решение, да, Сереж? Ага. У меня бывает такое на Xbox, когда что-нибудь в интернете ключ загружает. Это устройство не равняй со своим говном за 10 тысяч. У меня двенашка стоит. Да, двенашка у меня только одна видеокарта стоит. Да. Короче, я все ящики взял. Огнемет, говоришь. Ну, немного жизнь продлит. Рентгеновских очков нету. Течка. Ладно. Вперед. Не, сейчас я должен его убить. Сзади кто-то, по-моему, идет. За тобой. Ему похер. Еще что-то пытался сделать. Ничего нету, да? Ничего не должен быть. Я проход себе сделал. Тут толку нету. Он только меня убить может. Этих хренов никто не убьет. Не кажется. А толк от него тут с одного удара убивают. Да. Пойду выведу это говно на этот.
Блять. Я тебя убью, не подходи. Обошел, что ли? Что делать? Бить? Вот здесь должен пройти. Нихуя. Подох. Ну, подох. Так. Так. Это я сюда не зашел? Интересно. Обычно коричневые взрываются. Ну, гений, просто гений. Зачем мне столько аптечек? Ладно. Не надо, не трогай. Взорвется. Я попробовал так. А, ну да. За хрена столько аптечек? 4 аптечки. Это мусор, грубо говоря. Да, это просто так, если колбочки. Если все равно сразу умираешь. Просто бутылочки не нужны. А труп реально не будет двигаться. Обратную дорогу не помню. Вот у меня что-то делать. О, она двигается. Вот про это дерьмо я забыл. Я не забыл. Ну вот. Крабца. Забрал. Ну, как говорится, пошел за добром. Это мина, да? Да, что-то такого. Только она не убивает, в смысле... Меня убивает, а это дерьмо нет. А, понял. Сейчас. Капкан, короче. Трава. Трава, мурава. Грубо говоря, можно еще одну аптечку сделать. Просто гений. А как сделать огнемет, патроны? Посмотри. У меня нет такого. Мне с толстого надо пройти. О. Толстый идет. Не факт. Да. Шаги. Нет, он прямо за дверью что-то стоял. Что мне делать? Другой. Можешь поджечь и убежать? Ну, он не сгорит. А вот куда мне идти? Он кислотой привез. Фу. А вот понимаешь, его можно как-то закрутить где-нибудь, заплутать. Мины не поможет. Конечно. Да, через стенку, он, что ли? Он через стену плюет. Через текстуры. Это не стены, это текстуры. Да, ребят, закрылся. Это просто текстурки. Это все не касается. Бегу. Вот он толстый. И опять вот от него избавился. Одно попадание, не трогай. С ума сойти, я прошел. Я... Все, я прошел. Но у меня нечем воевать абсолютно. Сейчас на тебя попадет капля и все. Вот здесь вот я уже не помню, что было. Я помню, здесь сначала было тихо. Так, я, пожалуй, нажму. Топливо дали. Это хорошо. Ну, как хорошо. На одного хватит. Не особо. Да. О!
за все мои страдания. Как-то тут я клопа как-то я легко забрал. Карты нету, инвентарь есть. Круто! Ю-ху! Вот я опять закончил урок. Песня хорошая. Ну, еще под пианино. Ящика тут нету. Тоже ящика нет. Тоже ящика нет. Мне два ящика вначале не дали. Посыпалось говно. Там тоже ящика нету. Где все ящики-то, ребята? И тут ящика нету. Вот бред, а. Тут ящика нету. Что-то не понимаю вообще, что происходит. Где ящики? Ниточка. И вот я нажимаю присесть, он вначале не садится, только потом. Все. Вау! Дробовик. Не знаю, еще неизвестно. Это не будет пользы. Еще ничего не известно. Ну че, дробовиковые патроны на такое говно точно использовать не буду. Неплохо. Походу, да. Не было. Угу. Не, с дробовиком нельзя стрелять, это бесценные патроны. Я думаю, опять в башку что ли просадить. Ну, попытка не только. Так, идет, да? Идет. Ладно, сейчас я его поведу по этой камине тогда пойдем. Видишь, дружок? Давай, пошли по мини. Давай, по мини, ну. Вторая мина, давай, на вторую мину. Угу. Ты же не пойдешь. Давай, дружок. Должен был умереть. Я один раз по нему немножко попал. Второй раз мина. Он умер. Все, сейчас я еще глянем. Так, где подарки? Давай, взрывайся. Ух ты, круто! Толстяк. Ползуна убивать нечем. С одного патрона его навряд ли убьешь. Если мина может, поможет. Опять же, навряд ли от него убежишь. Элементарно. Так, что тут должно быть? Вот. Вот такого я еще не видел. 4 звезды. Что там?